Пинском горроотделе по чрезвычайным ситуациям посвятили в кадеты второй профильный класс МЧС. Это учащиеся средней школы номер 14. Почетными гостями стали управляющие делами Пинского горисполкома Игорь Берестень, начальник отдела по образованию, спорту и туризму Пинского горисполкома Евгений Мендель и многие другие. С пожеланиями к кадетам обратился начальник Пинского горроотдела по чрезвычайным ситуациям Вячеслав Лазюк. Чтобы рядом были верные и надежные друзья, чтобы преподаватели дали вам то, что необходимо вам для выбора дальнейшей профессии и вообще для того, чтобы сделать первые шаги в своей самостоятельной жизни. Поздравляю вас с этим. Желаю, конечно, благоденствия, добра, удачи. У каждого кадета теперь отличительный знак. А класс получил переходящий знак – историческую каску МЧС. В заключение гостям были продемонстрированы возможности аварийно-спасательной техники, действия подразделений при различных чрезвычайных ситуациях.